Как можно помочь детям бороться с онкологией, если у самого редкое генетическое заболевание, которое требует серьезного лечения? Однако сама Трамазанов считает себя совершенно здоровым и делится своим жизнелюбием с пациентами Центра педиатрии и детской хирургии. Врачи с восхищением рассказывают о забавных представлениях веселого гостя и стараются брать с него пример. С удивительным человеком познакомились и наши корреспонденты. В Центре педиатрии и детской хирургии Самат Рамазанов – свой человек. Ему здесь всегда рады, ведь он веселит ребятишек, которые страдают страшным заболеванием – рак. А хорошее настроение после общения с клоуном помогает детям менее болезненно переносить курс лечения. Самату 29, но врачи ласково называют его крохой. Это все из-за редкой генетической болезни. Наверное, немногие его поклонники знают, что в детстве больничному клоуну поставили диагноз мукополисахаридоз. Я, честно говоря, считаю себя полноценным. Вот, я стараюсь не думать о проблемах, о заболевании, потому что самым главным мотиватором, допустим, по жизни, да, это, я думаю, является сам человек. И поэтому я всегда стараюсь сам себя мотивировать на хорошие поступки, идеи. В Казахстане таким генетическим заболеванием страдает 47 человек. Они получают ферментозаместительную терапию, которая не позволяет недугу прогрессировать. Когда Самат общается с маленькими пациентами, он, как никто другой, понимает, насколько им тяжело. Поэтому делает все возможное, чтобы отвлечь детей от болезни. Совсем недавно ему пришла идея записать мотивационный ролик, где он прекрасно справился с ролью режиссера. Невероятно позитивная энергетика Самата заряжает не только детей, но и врачей. В нем столько энергии, и я даже иногда поражаюсь, что он так быстро все успевает, и иногда приходит, говорит, я уже отработал клоуном. Для детей это очень большая радость. Он еще талантливый, он артист, он умеет это делать, у него это все очень хорошо получается. С тех пор, как вот он появился в нашем центре, уже за какой-то короткий промежуток времени было им столько сделано. Еще Самат снимается в кино и рекламе, поступил на грант в ВУЗ и учится на режиссера. А совсем недавно клоун возглавил общественный фонд и планирует дальше помогать детям. Анастасия Валикжанина, Кенже Амраев, Ерлан Абжанов, Алматы, Хабар 24.